Всем привет! Для меня лето — это всегда какие-нибудь путешествия, поэтому сегодня мы решили выполнить 47-й пункт плана и выехали в поход. Итак, наступил второй день нашего похода. Утром мы позавтракали и даже успели прогуляться по пляжу. Но к обеду начался дождь, и нам пришлось быстро собраться. В общем, несмотря на это, я считаю, что наш поход удался, а я выполнила еще один пункт плана.